Привет, это Манго, и сегодня мы будем строить красивый вишневый домик. Видите, я уже выбрал локацию, разметка вам сейчас будет на экране, и давайте приступать. Нам понадобится вишневое бревно, также обтесанное вишневое бревно, двери вишневые, вишневые доски, а также вишневые ступеньки, вишневый забор, вишневый люк и розовое стекло. А смотрите, у нас тут между каждым бревном расстояние в 5 блоков. Давайте начинать строить. Тут у нас предположительно будет окно, а тут у нас будут двери. Сразу ставим дверь. Вот, сделаем небольшой, можно сказать, порожек. И поставим сюда сразу же два обтесанных бревна. Дальше сюда ставим еловый забор. И уже начинаем делать из вишневых досок небольшую, так сказать, начало для крыши. Ставим козырек вот таким образом. Дальше все это остальное застраиваем обычными досками вишневыми. Поднимаем каждую из этих штучек вот так вот, раз, два, три, четыре. Все, подняли. Теперь между каждыми балками вот так вот от одной балочки проставляем к другой. Теперь давайте начнем эту штуку делать. Ставим примерно вот так вот, чтобы вот эта маленькая штучка смотрела вниз. Короче, переворачиваем ступеньки. Тут наверху ставим обычные. И уже можем проставлять спокойно эти стеклышки. Я говорю это по желанию, но мне кажется, розовый как раз подходит тему. А дальше расставляем люки. Вот так вот аккуратненько. Получается, передняя стенка у нас почти готова. Давайте начнем строить второй этаж. А дальше ставим сюда вишневое бревно. И сюда вишневое бревно. И между ними проводим вот такую линию. Сделаем вот такой потолок. Вот эту стенку заполняем сплошными вишневыми досками. А тут делаем вот такую штучку, чтобы потом поставить сюда еще одну рамку со стеклом. Также мы можем выйти и снаружи уже сделать это вот как-то вот так вот. Теперь поднимем эту штуку на 3 блока, чтобы была высота на 1, 2, 3, 4. Также приведем вот тут балку. Ставим сюда вишневые доски. Также ставим сюда вишневые доски. На них кладем люки и открываем их. После чего изнутри балкончика ставим вот так вот блок. Оставляем вот так вот блоки. Высоту тоже на 4 блока. И ставим сюда вишневые ступеньки. Желательно вот так вот. Также разворачиваем нашу дверь примерно вот так вот. Чтобы у нас получился балкончик. И тут тоже можем сделать из вишневых досок. И получается вот такой заход на балкончик, откуда мы можем смотреть. Сколько нам нужны лестницы, мы отступаем тут два блока и начинаем аккуратненько проставлять лестницы. Также возьмем оттуда ступеньки и поставим так же самое, как делали на той стороне. После этого так же самое сделаем вот так вот. И поднимем тоже на 3 блока, чтобы получилось высота 4 блока. В итоге сюда проведем вот так вот. И сюда тоже проведем вот так вот. После чего вот тут начинаем проставлять вишневые доски. И тут тоже проставляем. Начинаем делать крышу из вишневых ступенек. Берем вишневые бревна и делаем вот так вот. С отступом один блок. Тут мы позже поставим розовую стеклянную панель. И у нас получится окно. После чего возьмем вишневые доски, поставим вот тут один и вот тут два. И также сюда поставим вишневые доски вот так вот и вот так вот. Но вот эти пространства лучше заполнить блоками. Также вот эту штуку тоже можем заполнить блоками. И вот эту тоже. Также строим вот эту штучку, либо можем сделать тут окно. Но в итоге я решился сделать вот такое окошко. И заднюю стенку застраиваем также досками. После ставим еще одну вишневую балку. После чего на высоте начинаем делать потолок. И так же самое начинаем делать крышу.
итоге мы имеем неплохую крышу. Ставим тут стеклышки. И тут тоже. Поднимаемся и делаем вот такую лестницу. На втором этаже вы можете построить склад. После чего делаем небольшую вот такую комнату. И в нее можем разместить в центре чаровальный стол и вокруг него книжки. Поздравляю, вы сделали зачаровательную комнату. Также можем сделать вот такую спальню с рабочими местами. Ну, с вами был Манго. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.